Премия «УЧУ», которая расшифровывается как «Учебный час учителя», проходит в ТРЦ «Арбуз» уже пятый год подряд. Это увлекательное мероприятие, где ребята в команде с любимым учителем проходят этапы викторины с вопросами и соревнуются на игровых аттракционах Golden Park. Попытаться продвинуть что идею, что учитель все-таки он делает немало для нас. Это первый человек, кто помогает нам освоиться в этой жизни. В этом году в мероприятии приняли участие 6 команд школьников, и это не только учащиеся таганрогских школ. Продемонстрировать свои знания и таланты в «Арбуз» приезжают команды из учебных заведений близлежащих сельских районов, причем приезжают уже не в первый раз. В том году я выиграла, но наша команда «Николаевская школа» выиграла. Я думала, еще раз, за школу свою выставим честь, станем самыми лучшими, и мы всех выиграем. С эмоциями, радостями, конечно, ведь поучаствовать со своей командой, любим, с учителем. А почему я пришел? Просто люблю играть, вот эти логические задачки, ребусы, например, разные олимпиады люблю. Конечно, все участники приезжают на соревнования за победой, но не каждому она, победа, дается в руки. Пятый год мы проводим эту премию «УЧУ», такой развлекательный центр «Арбуз» сам организовал своими силами эту премию, чтобы поддержать учителей, чтобы собрать вас в неформальной обстановке со своими учениками, чтобы у вас было яркое впечатление не только от учебы, но и от того, что вы можете посмотреть в другой обстановке на своих учителей, на своих учеников. Ученики группы поддержки. У нас есть группа поддержки в зале? Молодцы. Группа поддержки, конечно же, обязательно поддержит наших учителей. А учителям я хочу пожелать терпения, еще раз терпения. Потому что, к сожалению, ваш труд, там не слышат про ваш труд и не знают, наверное. Они, наверное, не учились в школе и не знают, что ваш труд бесценен. Спасибо вам огромное за то, что вы есть. В этом году информационным партнером мероприятия выступил наш телеканал «Домашний». На открытии «УЧУ» для всех гостей праздника прошла презентация телепродуктов канала. Итак, а на каком телеканале идет этот замечательный сериал? «Домашний», правильно, самый лучший, наверное, в Таганроге у нас телеканал «Домашний». Всем участникам мероприятия телеканал «Домашний» подготовил яркие шары, и на этой позитивной ноте школьники приступили к состязаниям. Пока первая группа команд отвечала на интеллектуальные вопросы, вторая сражалась на игровых аттракционах. Участников подбадривали группы поддержки, которые подготовили плакаты и кричалки. По сумме полученных баллов были определены победители в двух номинациях – творческий подход в образовании и знания с юмором. Ими стали команда Матвеева-Курганской школы во главе с замечательной учительницей Горбатковой Ксении Сергеевны и команда 34-й школы под руководством активной и позитивной учительницы Филимоновой Натальи Сергеевны. Команды получили красивые эксклюзивные статуэтки и денежные премии. Знаете, скорее всего, это сами дети, которые просят о том, чтобы где-то принимать участие. То есть это их желание в первую очередь. А ради детей, действительно, поистине, учитель, он будет идти и пробовать все переживания, да, пробовать участвовать. Самая яркая команда болельщиков получила сертификат на посещение Golden Park ТРЦ «Арбуз» всем классом. Это команда Николаевской школы. Вот так завершилось еще одно великолепное мероприятие, которое провел ТРЦ «Арбуз». Фантазии организаторов праздника этого торгового центра безграничны. Каждую неделю, каждый месяц они придумывают что-то новое, чтобы и детям, и взрослым было уютно, тепло, комфортно и весело в этом ТРЦ.